ЛТВ приглашает вас в Магнитогорск, в столицу чемпионов. Сегодня «Металлург» принимает на своей площадке хабаровский «Амур». Ян Коварш против Ростислава Шпирко. Выигрывают магнитогорцы шайбу, но оказывается она две минуты за толчок соперника Клюшка. Вот хабаровчане владели численным перевесом. Бесенко за воротами. Передача, опасный момент. И шайба в воротах. 1-0. Хабаровск выходит вперед. Евгений Орлов принимает поздравления партнеров. 74-й номер забрасывает свою первую шайбу в этом сезоне за хабаровскую команду. Пятый матч и дебютный гол. Полторы минуты большинства у хабаровчан. Сравнялись команды по штрафным минутам. По два удаления уже было. Звено Фисенко сейчас пытается реализовать. И удается это сделать. Ну что, дубль Евгения Орлова. 2-0. Хабаровчане ведут в счете. Очень удачно шайба отскочила. В раздевалке магнитогорского «Металлурга». Якуценя. Юньков. Передача и бросок по воротам. Ярослав Хабаров подключился к магнитке. Замена. Пришло время Александру Печурскому напомнить о себе. Практически до синей линии доехал бросок. С кистей шайба за воротами. Платонов подбирает ее. Продолжают позиционную атаку магнитогорцы. Бросок издали. Борисов в игре. Выбрасывают обращение шайбу в среднюю зону. Быстренько побежали меняться. Коварш. Зарипов. Опасный момент. Бросок по воротам. И счет становится 1-2. Классно сделали все магнитогорцы. Поймали соперника на смене. Не успели те замениться. Потеряли шайбу. Ну, подальше надо было ее по возможности выводить. Быстрая атака из средней зоны. Работы на уровне сборных. Заменит Воробьев наставника столичных динамовцев Хариса Виталинша на первом этапе Евротура. Пару игр будет обходиться без Ильи Воробьева. Маккина носка Росула забивает. 2-2. Второй гол 62-го номера в этом сезоне. Тут свалились на правый борт два игрока. Хабаровчан. Вячеслав Литовченко и Абрамов, по-моему. Но тот не попал по шайбе. Платонов. Коварш. Неточная передача. Начинают ошибаться в простых ситуациях. Хабаровчане. Данис Зарипов оформляет дубль. 3-2. Вот так вот, с ног на голову. За несколько минут поставили эту игру, перевернули эту игру магнитогорцы. Данис Зарипов, второй гол сегодня. Меньше чем в минуту отличились Осула и Зарипов. Коварш. Платонов. Не стал отдавать Зарипова, а Зарипов отдает Платонову. И еще одна шайба в ворота Хамура. 4-2. Ну, может быть, Сергею Большакову тоже нужно дать поиграть. Какое там решение Юрий Леонов примет. Это по большому счету серьезных, наверное, каких-то претензий сложно предъявить голкиперу. Здесь 4 проигрышных периода, но чтобы так вот 0-4 проваливаться. По-моему, такого еще не было. Контратака, выход 2 в 1. Бросок по воротам. Богдан Потехин. Бросал, спасает свою команду Сергей Борисов. Показатель полезности. Ну, Дениса Ежова, Александра Логинова тоже плюс один. У двух защитников на Хабаровске. Бросок, гол. 5-2. Франсис Паре. Кистевой, верхнюю девятку. Вратарь был закрыт.
без вариантов, что называется. Когда тут сравнивал счет. Ну и первая игра Александра Пичурского. Сразу несколько нулей. Сегодня мы с вами вычеркнули из статистики. Франсис Паре. 6-2. Ближний угол. Пытается Сергей Борисов как-то найти оправдание тому, что случилось. Третий дубль в матче, между прочим. Выручал свою команду и в первом периоде, и в ряде эпизодов во второй 20-минутке. В прошлом сезоне, напомню, выступал он за подмосковный «Атлант». Закончился у него контракт. Еще один момент. И вот сейчас выручает свою команду Сергей Борисов. 28-летний голкипер, который уже оставил свой след в свое время. Коварш выигрывает вбрасывание. Бросок издали. Разводит руки в стороны главный арбитр. Вот выигранное вбрасывание. И сразу же щелкает Антипин. Да, в перекладину угодило. Шайбу. Ну что, магнитогорцы повторили рекорд результативности. Уже дважды в нынешнем чемпионате 6 шайб они отправляли в ворота соперников. В первом матче бросок по воротам. 7-2. 7-2. Самый результативный матч магнитогорцев в этом сезоне. Это раз. И хет-трик Дениса Зарипова. Это два. Ну вот голкипер хабаровчан на ваших экранах крупным планом. Сергей Борисов. Его реализовывать. Ищут пути к воротам. Но пока на дальних подступах развиваются события. Пока без бросков. После возобновления игры. Передача. Вот это опасно может быть. И Франсис Паре. Встают болельщики, начинают отсчитывать последние секунды, которые остаются до финальной сирены. И вот она, вот она, сирена, возвещает о победе «Магнитки» над хабаровским «Амуром» со счетом 7-2.